Всем привет, с вами Рыбачок 36. Наступает весна, и самое время ловить на микровоблеры, потому что вся рыба с икрой тяжелая, и на особо крупные приманки она не особо сильно реагирует, на быстрые проводки тоже особо сильно не реагирует. Поэтому давайте проверим, как у нас будут ловить вот такие вот молодцы. Это у нас Strike Pro Midge 40SP. Имею в двух цветах, вес 2 грамма, вот такого в кислоте, и вот такого вот блестящий, красная пузика, голубенькая спинка. Все они работают. Работают как и на равномерке, так они работают и на твиче. Ну что ж, давайте переместимся на воду и посмотрим, как они работают. Ребята, привет, с вами Рыбачок 36. Сегодня тестируем Midge Strike Pro 40SP. Принес вот такого босяка. О! Тест микровоблеров по окуню продолжается. Поставил его в кислоте. Миджик, принеси нам еще рыбки. Проводка та же. Пара рывочков, пауза. По холодной воде он больше тонущий. Летом по теплой воде он зависает нормально. А сейчас он больше к тонущему, медленно тонущий. И вот на очередной паузе, когда он медленно тонул, ударил вот такой вот босяк. Прям с поклевкой. Сейчас посмотрим, что на него будет у нас клевать. Погода мрачная, холодно, рыба вся неактивная. Кидаю также к берегу, стал на своем месте. Попробуем. Так-то воблерок рабочий. Но будет он работать сегодня? Вот поклевка была. Еще есть. Прям на камеру есть. И окунек такой уже не совсем мелкий. Нормальный. О, какой опять. Midge Strike Pro 40SP. Крюки сразу стоят на них хорошие. Вот такой красавец. Кто увлекается ультралайтом, могу порекомендовать без проблем. Воблерки рабочие. Качество исполнения на высоте.
Крюки тоже хорошие. Под что закос, не знаю. Может, это их собственная разработка. Но на него уже клюют окунька покрупнее. Мелочь не хочет его брать. Долгая пауза, он медленно тонет. Своя игра у него присутствует. Струю большую он не держит. Ну, так, если течение есть, он более-менее так держит, но сильно большое течение он не держит. С большой лопатой мне не попадались они. Игру, если увидите, конечно, играет он на Твиче очень интересно. А нет, даже по зиме вот сейчас уже. Я совсем, когда морозы были, он тонул, а сейчас вот зависает. Даже медленно начинает. Вот, окунь подошел, если было видно. На Твиче хотел схватить. Играет очень хорошо. Вот еще подошел. Вон еще два идут. Их тут, его полно, окуня, но он. Вон еще один был. Сейчас попробую вот здесь, недалеко от лодки. Поагрессивней. Окуню он нравится. Он поднимается за ним даже из глубины. Вот она, хорошая была потяжка. Не выдержал, хороший кабанчик. Так что, хороший кабанчик. Сожрал. Миджи 40 СП Strike Pro. Твичуется хорошо, рыбу привлекает и ловит. Все, с вами был Рыбачок 36. Подписываемся, ставим лайки, комментируем, кто что думает об этом, обо всем. Любителю ультралайта тоже прошу откликнуться. Все, всем пока.